Здравствуйте, дорогие мои друзья. Хочу с вами поделиться своей радостью. Вчера второй раз стал дедушкой. Еще один внук родила. Родила у меня дочка. Вчера, 12 числа. Знаете, это удивительное состояние. Благодарю всех вас, мира, добра и процветания вам и вашим родам. Знаете, когда занимаешься практиками и хранишь пространство свое, своей семьи, своих близких, своих детей, реально как бы происходят такие чудеса, возможно, на которых раньше и не обращал бы внимания, как будто само собой разумеющиеся. Здравия вам.